Ребятки, всем привет! Вот меня позвали. Отопление у людей не работает. Это я делал лет 25-27 назад, я уже не помню. Хомотечную систему. Все работает хорошо. Мотор пошло две линии. Налево и направо. Двухтрубная система. Вот. Вот, ребят. Все нормально работает. Ну, просто дедушка старенький стал, тут ему сложно стало дровами заниматься. Это же надо постоянно топить, подлаживать ночью. Вот тут я вот в этой печке вот регистры сварил, теплообменник. Труба 40 на 40. Стенка 3 мм. Когда топите печку, все нормально, все работает. Отопление хорошо, уже прошло много лет. Но теперь пришло черед, что насос надо ставить, на электричество переводить. Потому что дедушка старенький. Он денежки зарабатывает, отдыхающих пускает, поэтому ему легче кнопку включить и все. И вот такая байда, ребят, получается. Родственники приехали, ему вот это вот котел поставили, 4,5 киловатта. Кстати, хороший котел, у нас сейчас их все ставят. Тут еще крышка есть, там клавиши, 3 штуки по 1,5 киловатта. Удобно очень, терморегулятор есть. Просто я ее снял, там немножко я ее помял. Подрихтую сейчас. И вот что интересно, ребят, они затопили печку, не затопили, а котел включили, попробовали, все нормально. Вот так вот ее раз руками. Все греет. И уехали в августе. А настал октябрь, и дед замерз. Вот такая фигня. А потому что, ребят, они посоединили его неправильно. Он вот так стоял, вот. Это часть сюда, это сюда. Ну и насосик, естественно. Он, получается, качает его по этой петле вот. Вот. Доходит сюда и качает обратно. Вода же не дура. Она будет идти по короткому пути. Поэтому эта труба теплая. Ну тут еще на полметра теплая. А дальше все холодное. Получается, дедушка замерзает. Позвонил мне, сейчас будем переделывать всю эту байду. Вот так оно получается все. Ладно, люди делали сами, неопытные, сейчас переделаем все. Поэтому такая система, ребята, не пойдет никак. Надо или подключать из обратки в обратку, или из подачи в подачу. Тут такая фигня получается, что вот куда его подсоединить, этот насос. Тут его бесполезно. Там труба идет за этой печкой. Эту печку делал я ее замуровывал, я под эту трубу кирпичи ложил, ее трогать уже нельзя, так что буду сюда вот ставить насос напрямую. Кто-то говорит, что этого нельзя делать, это все фигня, насос выдерживает больше 110 градусов, поэтому можно ставить там, просто то, что при закипании он может завоздушиться, это другое дело, а так все работает. Сейчас вот, ребятки, я вот его возьму. И вот сюда вот поставлю, ребят. Без всяких байпасов. И все будет работать. Пройденный этап. Делаю это уже много раз. Вот такие муфты. Компрессионные есть. Сварка я не буду варить. Разрежу. Одену. Подсоединю к насосу. Она выдерживает до 100 градусов, поэтому работать все будет, я не переживаю. И что интересно, они затопили печку и тоже не работает батареи холодные. А потому что вода идет вот по этому контуру, вот, ребят. Как говорится, вода же не дура. Вот она пошла сюда и в котел. Поэтому надо перекрывать, это все геморрой. В общем, будем, ребята, переделывать. Поэтому и никакие фильтра, ребят, перед насосом я вот в этом месте ставить не буду. Ни к чему это все. Потому что, во-первых, он забивается илом, сужает. Весь мусор будет собираться вон там, ребят, ниже точки. И никак он не может подняться наверх. Ну все, ребята, всем удачи. Не повторяйте этих ошибок.
Если насос ставить на обратку, то он должен врезаться в обратку. Никуда иначе. А то получается короткая петля, и люди будут мерзнуть. Вот так вот.